что я вижу потом? Значит, ночью посмотрим. Я так понимаю, что Артем вчера не вспомнил эти курсы. Забылся и поехал плакать. Практиковать-то все. Я думаю. Сноровочка теряется. Ему надо на руке написать, Влад. Новую татуировку сделать. Курсы там этого не будет. Вашего идиотизма я, конечно, не слышал вообще, да. Не забывай. Ладно, друзья мои, давайте так. У нас изолятор пустой, друзья. Теперь это не изолятор, теперь это изолятор любви. И на ближайшие 3 дня... Я не буду. Да, Дима и Кристина. Лишились. Итак, но это не все. Итак, вчерашний вечер Алена Венченко провела за интересным занятием. Она отказалась от субтильного тельца, собственно говоря, Никиты.